нету. Никакого эха, ничего? Нет, все хорошо слышно тебя. И звук ровненький такой. Ой, красиво, красота. Ой, я вижу сейчас твою фотографию, ты такой улыбаешься, точнее, из вебки. Ой, красавец, Майк. Да. А ты как выглядишь? Есть свеженькие фоточки? Я вообще красавец. Все есть, все есть. Ну, кинь парочку, пацаны порадуются. Сейчас. Только я посмотрю, надо сфильтровать. Бывает, знаешь, так. Ну хорошо, пока ты фильтруешь, что у тебя нового, расскажи. Я дом построил. Уже? Да, все. Себе? Да. Поэтому я же, меня долго не было. А. Свил гнездо, да? Да вообще норку построил. Но соколы норы не строят, они гнезда вьют. Ну да, точно, правильно, гнездо. И хорошо, ну вот, и с кем ты там собираешься обитать? Я обитаю с моей девушкой здесь, Олей. Оля. Оля, Оля, да. Она, кстати, в стримчике. Где? Тоже посматривает. А, посматривает стримчик. И рядом, сейчас. Но сейчас она сейчас купается, но я приглашу, она тебе привет передаст и всем в чатике. Я же стримил, Майкер, уже три дня. Три дня стримил, я только один видел. Ну, она была на первом стриме даже, это... Поддержка. Круто. Вот, ну я себе построил мою гнездышко. Угу. Сделал специальную комнату только для гейминга. Угу. Полностью там вообще мега вещь. Сегодня я двери ставил, кстати, поэтому. Что ты ставил? Двери ставил. А, двери. Я все сам почти делал с отцом. Все сам с отцом. Да. Угу. Сейчас смотрим, какие красивые фотки, как я, типа. Слушайте, у вас же там должно быть довольно много мигрантов и гастарбайтеров, да? Вы не используете наемную силу рабочую? Не. Почему нет? Я сам. Ты чё, это, мигрантов нельзя на работу принимать? Почему? У них нет разрешения. Так, нежданчик, да? А у вас там скучно живется, я смотрю. То есть, если государство не разрешило тебе нанять человека на работу, ты это сделать не можешь, да? Мигранта. Мигранта только. Не человека, а мигранта, я понял. Хорошо. То есть, а если он... Подожди, эта грань мне нравится. Подожди, если он является гражданином Германии, то без с ним проблем. Можно... Я? Я, sehr gut. А если это не гражданин, не человек, а мигрант, то нельзя. А у вас там демократия, смотрю. Не зря Меркель приглашала это всех. Я ясно, ладно. Ну, знаешь, есть такая шуточка, это... Наконец, это не могу понять, как дожили до того, что люди, не немцы, поездами едут со всего мира в Германию в немецкие лагеря сами. Да, это грустная шутка. Грустная. Ну хорошо, а раз ты там поближе к Европе, как там у вас с Евросоюзом, с Великобританией вышли, вот что как? Или вам пофиг вообще? Мне вообще параллельно, я себе дом построил, у меня еще бункер внизу. И еще бункер есть? Пятиметровая шахту я себе построил на случай атомной войны. Все, я... А запасы, дизель-генератор, цистерна с дизелем закопанная, все есть? Запасы провизии на пару лет? Цистерна есть, вода есть, пожрать есть, блин. Блин, круто. Да, Майкер. Сейчас еще заштукатурить снаружи дома осталось. Ну, это так. Все равно все обсыпется после волны. Ну, у меня подвал есть, он под землей. Угу. Угу. Ну, круто. Ну, мне даже прям захотелось приехать посмотреть. Да, это я не знаю, что ты вообще ждешь. Да. Ну, надо будет как-нибудь сговориться. Уж давно собирались, блин, я тебя жду. Да дорого к вам полететь. Хотя, если на победу и заранее, то, наверное, и фигня получится. Да нас здесь неплохо... Иди как все через границу. Не, меня-то пустят. Нет, не надо. Меня-то пустят. Все нормально. Меня в Германию постоянно пускают. Не знаю почему. Может быть, знают, а... Ну ладно. Соколик все к подвалам тяготеет. Отлично, Тайгер Зума. Да, любишь ты, казалось бы, безопасные места для фарма. Да, очень люблю. Так, ну чё, один FFA, потом я иду в соло играть или в 2 на 2.
Как ну, посмотрим. Понял? А ты можешь захостить? У тебя выделенный IP-то в Германии есть? Ну, наверное, сейчас проверим. Я только дом построил, я вообще не в курсе, что. То есть, не в курсе, какой интернет там у тебя проведен в доме, да? Ну, у меня это, я сам проводил стекловолоконный. Стекловолокон. А, хорошо, не стекловатый. Оптоволоконный, да? А, ну, наверное. Ну, да. Сам копал лопаты. Угу. Так что. Траншейку, да? Ну, вот ты бы знал, сколько я выкопал. Ну, мы тоже этим в деревне, я помню, занимались. И сколько метров там траншейка-то? Ну, только для кабеля 5 метров длина, 2 метра глубина. И 1,5 метра ширина. А мы еще сзади в этом, как его, где деревья, в саду, Лучше всего копали. И там это, я, папа и брат. Yeah. Три солдата из стройбата заменяют экскаватор. Ну, ты в курсе? Да, слышал. Слушай, круто, круто. То есть у тебя уже есть дом. А сколько там метров жилой площади? 240. Кто убирать это все будет? Оля? Пока что она в душе, да. Да, да. Так, ну, мы вообще на арене обитаем, а не на Европе. Я в арене сейчас зашел. В арене? В арене. Ну, так, попробую сделать игру. Да, любую вообще. Просто игру открою, проверим, умею я вообще хостить. Да, да. Я игру назову Privat Game 1, 2, 3, 4. А зачем Privat Game? Ну, чтобы никто другой не зашел. Ну, давай, создавай. Так, вот, сейчас. Есть, не заходит тебе. Поздравляю, не нет. Поздравляю, я лох, да. Это надо где-то в роутере, да, что-то делать? Да, порты пробросить. А что по работе у тебя интересного? Чем, что последнее делал, строил? Я теперь это, я раньше строил мосты, плавил бетон. Так. А сейчас я уже как полгода занимаюсь асфальтом. Ага. Делаю дороги в радиусе 40 километров от места жительства. Ага. У меня три команды, которыми я управляю. Я езжу там, ну, работаем еще и все такое. Организовываю материал и, как его называют, ну, материал, это машины, все, что было, и люди работают. Я организовываю, калькулирую, ставлю эти счеты и так далее и тому подобное. Слушай, а как тебя более взрослые люди всерьез, ну, в смысле, слушаются, всерьез воспринимают? Ну, ты же по сравнению с ними помоложе. Не дай бог скажешь, что Warcraft играл когда-то, они же вообще... О, это у меня есть очень-очень-очень-очень прохладная история. Так. Так, сейчас, подожди, кстати, я могу тоже мой стримчик включить. Давай, врубай, скорее. Двойной стрим. Двойной. И тогда я это, рассказываю тебе прохладную историю. Ну все, я стрим включил, без проблем. А, вот, прохладная история насчет Варкрафта. Ну я пришел, я поменял работу с 1 февраля. Угу. Ну, ближе и бабла больше там. Машина у меня новая опять. Ну и тому подобное. Угу. Вот. Оля опять же, да. Да. Вот. И, ну, я начал работать, там вообще пашу, как папа Карло, все, нифига себе, клёво-клёво. И, ну, и потом мне уже дали это, пацана, в прямом смысле слова, в 18 лет, обучать. Ага. Ну, типа, я супер крутой инженер, ну, и его надо обучить. Угу. Ну, и мы едем на стройку, я там вопросы задаю, ну, так, чё, как дела? Чё делаешь там, типа, на выходных? Он, ничего, абсолютно ничего. Я говорю, ну как так ничего? Ну что ты же тут должен делать? И он такой замкнутый сидит, не, ничего не делал. Я говорю, ну как, ты просто сидишь в углу и куришь нервно в сторонке? Он, нет. Я говорю, ну а что ты делаешь? Ну он, это ты вообще не знаешь, что я делаю. Я говорю, ну что? Он, я в компьютер играю. Я говорю, ну уже скажи что-нибудь, мне интересно, типа. Я такой, знаешь, солидный, в рубашке там такой, блин, в мокасинах красных. Ну, это я преувеличил. Угу, хорошо. Ну, вот. И он говорит, нет, ты эту игру не знаешь, 100% не знаешь. Я говорю, ну, расскажи мне, интересно, блин. Он, ну, игра называется Dota. Я такой, а, это Defense of the Ancients, такая игра, там, 5-5, туда-сюда, мид и все такое. Начал ему все рассказывать полностью. У него челюсть, блин, под машиной катится, там, все, кровь везде, все. Он такой, нифига себе, что за хрень. Ну, я ему говорю, ну, вот это я знаю такую игру, я это в маму этой игры играл. Угу. Он, я-то тебе вообще не верил, что ты такое это играл. Ну ладно тогда. Я ему говорю так, а ты знаешь, что это? Ну, я тоже, это то, что Dota, вот, Warcraft, начал ему полностью рассказывать. Он интересно заслушался. Я говорю, ты сколько играешь? Он говорит, ну я каждый день играю уже 2 года подряд, часов 10 в день. Я говорю, ну ты типа про или что? Он,
Что? ММР какой у него? ММР надо было спросить сразу в лоб. Кто? ММР. Рейтинг в дотке. А, да-да-да. Ну, не, я сначала это говорю, типа, знаешь, слово 1-3, числа 1337. Так. Ну, думаю, раз он играет уже, знаешь, это нереально долго. Что это такое? Я, боже мой, да ты нубас! И начал ему объяснять, что такое lead speak, вот это цифры, все, он там меня слушал. Потом все, паник он. То есть сидит, ну я вижу, я веду же машину, он паник такой, через 5 минут на меня смотрит. Сокол! Погуглил что ли или что? Не, он сидел в этом, в телефоне. Ну да. И мое имя пробил. Ну да, погуглил. Да, я такой, ты сокол! Я такой, да, я сокол. Ну, вообще ништячно вообще понеслось, я ему рассказывал. Он потом начал, сидел, смотрел в Ютубе все мои видео и все такое. Потом начал мне, конечно, это мне не понравилось, соль на рану, игру против Муна в ЭЦГ, где я очень красиво моего Блейда спрятал. До сих пор слеза тянет, это капает. Ну да, вот. Ты запись-то делаешь, Михаил? Я запись. Да, 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 я запись сразу. Это ж, ты ж у нас раз в год, блин, бываешь. Поэтому. Пропадаю, да? Да. Нет. Ну вот. Я тебе фотку в скайпе скинул, где я выкладываю последний кусок пола у нас. Я там такой красавчик. Можешь посмотреть, полюбоваться. Отменено, сейчас скачаю, подожди. Мужик. Долго качает. Ну, качество-то какое. Это моя вся красота на этой фотографии, Майк. У тебя, надеюсь, несколько гигабитов в секунду там. Гигабитов, да. Сейчас. Да. Гигабайтов. Или как они по-русски называются? Ну, оно и по-русски, и по-английски. Что биты, что байты. Одна фигня. А. Ты уверен? Ну, порядки правильные. Ну, в смысле... Байт, 8 бит. И вперед. Разница. Молодец, нет. А ты знаешь такую фишку, то что продавцы в жестких дисках прорешивают байты на килобайты с фактором 1000, а не 1024. Да. Недовес получается по объему. Это вообще на них можно в суд подать. Был бы я в Америке, я попадал на них в суд и вообще никогда в жизни больше не работал. Там засудил бы их на несколько миллионов, миллиардов. Угу. Сказал, я хотел, блин, скинуть там порнографию на 80 гигабайтов. Купил жесткий диск на 80 гигабайтов, а там было 75. 5 гигабайтов-то не хватило. Что мне делать теперь вечерами, а? Я бы такую на них накатал эту, блин. Телегу. Есть, говорит, коммерческий байт. Такое понятие. Вот они так хитрят. Ага. Миша, расскажи, кто же это? Видишь, есть пользователи, да, Миша, на сайте. Да, Миша, давай, расскажи, кто такой Сокол? Которые даже не знают, не застали тебя. Понимаешь? Майкл, бань людей, бань. Ну как так? Это же Сокол. Он немного играл в третий Warcraft в Германии. Да, немножко. Крео, у меня, к сожалению, Гарены нет, поэтому я не могу сейчас... Можем зайти... Не, тогда там не поставить. Может, реально 2 на 2 как-нибудь катнуть? Давай, Майкер, давай, как 2 старые 2 добрые лучше. Времена. Заходи, канал Майкер. Микер. Это тот самый из XCOM? Да, это в честь... Да, пацаны, это я! У меня знают из XCOM! Я снайпер, я убийца динозавров. Я ништячный. Список знакомых. Добавил тебя, давай, давай дружить. Давай. Все, Майкер у меня. Так, и клановая игра нужна, да, или как-то? О, давай, Эд. Сейчас я тебя... А, я, наверное, и приглашать не могу, да, 2 на 2? Скорее всего, но я не знаю, как это... Ай-яй-яй. У тебя D&D включено, да? Нет. Попробуй меня пригласить. Не идет, да? Идет, идет, ну-ка, пожалуйста. Да есть же, давай, Майкер. Нету? Да, есть. А, стой, подожди, я только расу поставлю. Подожди. Так, а где ставить расу? А, не, нельзя. Странно как-то. А, надо, наверное, поставить расу в этом. В интернете, нет? Не, кажется, в соло ты ставишь, типа, расу. Или на сайте у них, кажется, ставить надо было расу. Ну ладно, давай, гоу.
Да, и так сойдет, я думаю. Сейчас. Так, отлично, сам Майкер. Майкер, я признаюсь, я иногда послушал твои стримчики, смотрел. XCOM, Warcraft, FFA. Ну ты меня иногда видел, я тебе комменты писал. Да, было что-то. XCOM какой тебе больше всего понравился? Первый, ну который этот, был до последнего. Угу, ну да. Мне он больше понравился, я не знаю почему. Может сильно мало наворотов. Но он ништячный. Так, у меня нашлась игра. Да, заходи там, Ladder Game, и вперед. О, Крел и Орейникус, это пацаны из чатика. Я рандом. Дайте орка, дайте орка, дайте. Да есть же орк. Ну, есть у тебя идея, как с ними сыграть? Какие у них расы, я забыл. А я тоже не видел. А сейчас все будет. Да, конечно, будет. Можно в мас какой-нибудь сыграть. Тауренчик Патма, но это может быть скучновато. Угу. Не так интересно. Да. Так. Нифига себе, привычки-то есть, остались правильные. Выберите другое место. Какие там еще? Ну, ГЛХФ. А, ну ё, а як же, блин? Не забыл я украинскую мову. Так, ладно. Герой? Какой хочешь? Герой, давай Блэйда. Его там фиксить будут, судя по всему. Так что наслаждайся. Готово. А я Диму возьму. Готово. Давай, я тоже стандартного героя орков. Так, на разведочку, наверное, надо сходить, я пойду. О, да, я побежал, окей. Ну, я даже ходки помню. Эх, Михаил. Да вот же он, 2007, как в М19, который, правда, уже закрылся в 2007. Да, да, ностальгия. Будьте осторожны, вас может накрыть сейчас волной ностальгии. По крайней мере, там, четырехгодичной-то точно давности. Так, ладно, я делаю. Ой, Майк, Михаил. Столько прохлады. Столько прохлады натекло. Здесь орк. Андет у меня. Андет финдовый. Я его буду харасить, скорее всего. Окей. А я чуть-чуть это... Ни слова припанусь. Больше. Ваш ход настал слишком просто. Последствия. Быстрее. Покажите мне путь. Так, ну я дальше Т2, дальше по обстоятельствам. Угу. Посмотрим, что будет. Мы должны действовать. Красавчик. Добил? Колодец. Не добил. Жду приказа. Быстрее! Готово. Укажите мне путь. У меня дерево крипа убило. Что делать? Древо не может расти здесь. Жду приказа. Нормально, так. Вот, здесь уже этот прибежал ко мне. Но я не боюсь, я не трус. А, не, он здесь просто входит. Укажите мне путь. Блейд продал ТП. Ну, это фишечка же. Да-да. Модерновый. А, это фишка тоже? И он купил даст. Автомат. Он думал, то, что я орк, да? Пощады не будет. Не знаю, может, против меня взял. Я ваш ход. Приказывай. Укажите мне путь. Мой лук слишком со мной. Мы должны действовать. Я потерял моего раба. Ну, точнее, наши его убили. Воины вступили в бой. Укажите мне путь. Так. Ни слова мы больше. Должны действовать. Ваш ход. Я готов. Быстрее. Мой лук всегда напали. Что у тебя там? Мой лук всегда. У меня все нормально. Ну, отлично. Там грант грантит. Гранты грантят. Мы должны действовать. Андед пошел крепить оранжевую точку. Угу. А так, аккуратнее здесь бежит. Блей, а все. Нафига себе. Напали, укажите мне путь. Хорошо. Так, окей. А у Блейда там что вообще? Да, кстати. Он вот не крепится, так что ты можешь спокойно это отдыхать, крепиться. Ваш ход. Укажите мне путь. Не проблема. Это жду радует. Ваш ход. Реально радует. Наши воины вступили. Я надеюсь, он меня сейчас чекнет. Потому жду что приказа. Я хочу сделать кое-что нереально. Ваш ход. Приказывай. Вижу цель. Быстрее.
Мой лук всегда со мной. Приказывай. Давай. Мы должны действовать. Диме 4 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. У тебя там кто? Undead, да? Дела. Undead, да. 2 на 2. Покажите успехов в этом нелегком деле, Миш. Мой лук всегда со мной. Я потерял одного раба, но это пойдет. Scroll of the Beast. Так, я сделаю щиты. Покажите мне путь. И у меня архимаг сейчас будет третий. Какой архимаг? Ни слова больше. Да, извини. Блин, спалился Майкер. Я спалился. Ты этот Магас не сможешь закрепить свой, чтобы вижен у нас был? Жду приказа. Да, сейчас. Слишком просто. Мы укажите мне путь. Я не знаю, может нам стоит уже объединиться. И кого вторым? Пандарийского возьму. Никто не желает. Как насчет стратегии на Т2? Я пока в дриад, но скорее всего будет Свитч. Тогда не надо тогда это. Тогда я им хуй и все. Точнее, Таурена. Да-да-да. Давай Таурену. Жду приказа. Быстрее. Можем попробовать экс за поставить. Давай. Жду приказа. Мы должны идти. Как-то на андеда. Хотя можно на орка же прийти, правильно ведь? Да, я сейчас, у меня этот Урена уже есть. Так, у него есть вижен, он закрипывал шоп. Мы должны. У него блейд второго. И, блин. Если хочешь, крипся, а я быстро попробую у него этих буров смочить. Давай. Не, я креплю панду. Ну, Диму до... Давай. До третьего и панду побольше. Ну он меня здесь поймал за одно место. Держит. Серьезно? Ну не, я-то ничего. А, ты хуман, блин, я только сейчас увидел, сори. Что? Что за парень? Блин. Ладно, в Т3 пошел. Ставчик даже куплю, раз у нас тут такая пошла жара. Оба, здесь нежданчик. Оба что ли? Да, но у меня все нормально, я убегу. Я пойду тогда пару крепить красную точку. А че мы с тобой это сразу эксп не поставили, раз это самое? Не знаю, что. Так, Михаил, здесь их очень много. Жду приказа. Ну, я готов прийти по зову. Не-не, ты крепись, крепись. Они, креплюсь, это, креплюсь. Получается, я один. Их пока что отжимаю. Нормально все. Мой лук всегда со мной. Ну, у меня сейчас эти женщины в красивых юбочках выйдут. А, да, давай, да. Укажите мне путь. Сорочки, они такие. Мой лук всегда со мной. Можно будет немножко их. Укажите мне путь. Не дай себе засохнуть. Ваш ход. Мы жду приказа. Действовать. Мой лук всегда со мной. Приказывай. Жду приказа. Что произошло? Привет. Так, они скауты вылетят только. У тебя как там дела? Все превосходно. Ну отлично. Потому что они сейчас у меня, скорее всего, они вот здесь крепятся, скорее всего. Что случилось в наших местах? А я ничего толк. А я внизу тогда пойду скрипить. Привет. Что случилось в наших местах? Блин, хрустальный шар, какая ересь. Покажите мне путь. Да, это ересь. Что произошло? Исследование завершено. Пойду свитки возьму. Привет. Что случилось в наших местах? Дай себе засохнуть. Наконец-то. Так, ну скоро надо уже будет это. Привет. Думать, что делать это. Ну, типа, атака, не атака. А то когда вот дистры будут. А, у тебя друзья, да извини, я забыл. Я же думаю, что я ор. Мы должны действовать. Привет. Они верхнюю красную закрепят сейчас. В наших лесах. А там ТП был от Андеда, когда ты. Не, он просто рядом тусил. Беда. Ладно, я попробую сейчас коробку сходить. Так, for fun. Не дай себе засохнуть. А, не, они идут, они в центре где-то находятся уже. Спиритволкер, смотри куда. Или он просто разведывает им. Отлично. Чуть-чуть надо мне потерпеть, мне сейчас эта армия набирается. Так что если что-то отвлекай, я пока просто побегаю. Приказывай. Привет. Древо выращено. Так, древо выращено. Медведи на подходе. Не дай так, себе засохнуть. Андед тоже там, да? Что-то да блин, чё ж они вместе-то ходят? Красавцы. Майкер, есть у тебя? Привет. Гульки пошли еще тут. О чем шумят деревья? Не оставлять следов.
Что произошло? Быстрее! Привет! Не, не зачем? Пока не надо сразу. Ну ладно, давай. Просто я здесь рядом был. Блейд, кстати, вообще нулевый. У него нет на виндвок. Заберем Блейда, давай, кидай в него. ЦП делай! Или что у тебя там? Ой! Ух ты, Майкер! Ух ты, Майкер! Молодец! ТП я пошел. ТП пошел. Дай себе заслуг. У меня тоже. Да не, нормально, кстати. Я лучниц посливал, но герои живы. Медведи есть. У меня армия хорошая. Исследование завершено. Арбу только надо... Ой, ТП надо купить. Я думаю, я этих не буду делать. Что случилось? Кого? Сорочек есть. Не делать. Еще по одной. Дестры уже есть у него, нет? Что произошло? Привет. Ну что, пойдем еще разок? Да, ТП я куплю. Мы должны действовать. Все, у меня брекеры, можно это фокусить. Например. Не дай себе заслуг. Диму, Диму, ТК. Привет. Недостаточно золота. Что случилось? У меня ровно 50 сапплаев. У меня, к сожалению, 44. Исследование сейчас 48. Привет. Это зайчик мой. Что случилось в наших лесах? Надо сконцентрироваться. Так, они здесь. Они как будто что-то знают, понимаешь? Сзади Undead подходит. Давай черепашек пока прокрикнем. Давай, а я пока просто подожду здесь. Так, Undead, смотри, просто выходи. Иду. Привет. Аккуратней. Когда начинать? Не дай себе засохнуть. Не буди его. Покусит меня, как никогда не покусил. Блин. Нужна моя помощь. Ну я пока просто побегаю. Его ж не этот, Блейд. Не вижу. Вижу. Что случилось в наших лесах? Молодец! А в чем шуме отделение? Личевку может? Давай, личу. Ахаха, хорош! Что случилось в наших лесах? Хорош! А есть! Руки-то помнят, да? Но... Что попа растет, не справляется. Вернись, попа растет. Так, там сзади аккуратнее, сорочка. Нормально все? Да, давай из наорка лучше, мы андеры... Да, я уже отошел. Ой, арбу передай. А, у тебя есть, да. Нормально. Так, ну все, у меня брекеры. Есть на всякий случай. Став? Привет. Красавец. А, что вот же? Майкер, молодец. Добиваем этих коляр. Ради тебя контролить начал, ради тебя. Как никогда не контролю. Да, так я не контролю обычно. Поехали. Красота. Давай. О! Кадой, кадой, лови, кадой, ломай! Давай, друя, открывай ее. Да-да-да. Отравлен. Можно, кстати, за свитками сейчас ходить еще. Раз уж. А, к тебе типа пришел отвлекать, да? Может, забьем и пойдем на этот? Или я делаю ТП, а ты с другой стороны его поджимаешь, не? Да нет, просто нет, так. Мы просто так дойдем. Исследование завершено. Что случилось в наших лесах? Осторожно там с этим. А у него же Блейд умер. Майкер, сзади меня хрень, я делаю ТП. Давай. А в чем шумят двери? Не буди его. А у него есть вообще ТП? А вот он без ТП, ну бас, я его перехватывать по центру попробую. За там Undead. Да вижу. Вижу Андеда. Давай, ой. Ну, как-то сложно, все равно. Ну все, я 40 делаю. Давай сражаться. Давай. Мочи дистра. Привет. Не выйдешь, хочешь? Не дай себе засохнуть. Еще по одной. Так, говори. СХУ. СХУ, СХУ. Вижу. Блин, ну что ж ты такой? Быстрее. Добьем. Есть. Так, твой этот жив? Нормально? Да, но похоже это, мне нужно будет... еще нету на... Это? Твой герой? Да, я понимаю. Фокуси деку пока что есть. Да, нечем. А, у меня нечем. Сейчас вернусь по-быстрому. Быстрее! Ты уж прости, что я так... Нормально все. Мы должны здесь. Мало времени. Готов, готов. Быстрее! Ты там держишься? Ну, я сзади, сзади, сзади иду. Мы должны действовать. Не смог выбежать.
Ай-яй-яй, мы просто не хитрые. Не дай себе зашел. Ну ладно, не страшно. Как у тебя там? Ну так себе. Я подбегаю. Не, я лича забачу. Я чуть-чуть попробую перегруппироваться, но тяжело тут. Давай, разворачивайся. Хорошо. Минус лич. Давай, я блейдаю еще. Окей. Когда начинать? Вижу блейда. А у него я маны нет. За качество отвечаю. Ай-яй-яй. Как у тебя там жизнь? Хорошо. Не дай себе засохнуть. С радостью! Вы у меня куча золота. Чё, погнали наших городских? Там мне на него войска насобрали. Так, ладно, хил. Давай нычку поставь, пожалуйста, по центру, а то сейчас уже время пришло. Сейчас. Блин, я хуманный вообще. Я сюда схожу. А потом будет арка взять. Там всё закреплено. Так. А справа проверял, да? Ой, смотри, здесь это. Да я вижу, но его кастерами только ты можешь убить. Ну сейчас у меня есть кастеры. Приказывай. Не дай себе засохнуть. Час настал. Ну, еще можно. С радостью. Ай, стреляй. Не уже случилось в наших лесах. О, тут орк нычку ставит. Приказывай. Привет. Ой-ой-ой-ой. Нагловато, конечно, нагловато. Что произошло? Привет. Мы должны действовать. Так, что ж делать там? Сейчас что, подождем? Я убил лича. Ты убил какого-нибудь героя? Эсху или Блейду? Ну, Эсху до этого мы с тобой убили. Но это было давно. Туда пошла? А, молодец. Ну, я готов из лимита выходить. Наверное, после того, как нычка... Ага. Я понял. Дриадками, наверное. Да, давай дриадками. О чем шумят деревья? Фейрика бы, конечно, сделать. Да, красота была. Следов. Так, все, присты пришли, если что. Недостаточно золота. Нормально. Недостаточно золота. Час настал. Привет. Так, или наконец. Лучше свитки. Так, не, давай я лучше два свитка куплю. Это выгодней. Особенно на 2 на 2. Не дай себе завершено. Так, по центру идут. По майке. Ты меня уважаешь? Ах, Тонг! Сейчас я хотя бы один свиток возьму. Так, что у него там за армия? Здравствуйте. Два свитка взял. Так, чуть-чуть продержаться надо. Дистров чуть-чуть. Смотри, Андет туда подошел. Я вижу. Орг здесь. Поехали. Привет. Давай. А, вот так вот у них были закопаны здесь штуки. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Осторожней, там архмага. Да, у меня хил вон есть. Так, телепортируется Андет. Добивай орка, у него нету ничего. Привет. Бедолага. Жми его, жми. Наши воины вступили в бой. Быстрее. Что случилось в наших лесах? Готово. Ты меня уважаешь? Там Кадой пьяный. Андет пришел. Вижу. Сейчас мы у него... Мы давай, Кадой. Чем шумят деревья? Отлично, Кадой, минус. Что случилось в наших лесах? Так, у меня нычку снизу спалили. Словно рысь. Но уже как бы сложновато. Так, Майк, давай лучше чуть-чуть назад отойдем. Что произошло? Я просто боюсь, что Андет ко мне сейчас придет нычку убивать, и я ее сам смогу прикрыть, если так, я пойду ТП куплю. Давай я на тебя тоже ТП куплю или нет? Не, у меня есть. Есть. И два свитка есть, все хорошо. Пусть нападают. Я Андеда отобью. Он снизу точно. А, там орк базу эту башню ставит. Так, ну у меня нормально все. Здесь пришел виверны. Виверны, или как это называют. Ладно, я возвращаюсь к тебе. О, они здесь все. Да-да-да, я поэтому и возвращаюсь. Пожмись, пожмись пока. Блин. Черт, я далеко. Не отдавай ни тымку. Твою ж медь, как же я далеко, а? Я здесь, все. Я здесь, держись, друг! Сейчас свиток будет! Давай, давай. Свиток пошел! Отлично! Все, это у тебя... Развал, развал! Наблюдаем развал! Разврат везде! А, развал! Развал!
Минус СХ. Дайте минус. Не дай себе засохнуть. Личевку, личевку. Молодец. ГГшечка. Свиток. По таймингу. По красоте. Хорош. Фу, красота. Так, у меня connection to Battle.net has been lost. Сейчас я реконнектнусь. Ну, вообще по красоте. Вали говорит, там фуфу создали. Ну, слушайте, мне даже интереснее в 2 на 2 поиграть с Акуликом. Можем, конечно, поиграть там 2 на 2 на 2 на 2, типа 6 команд. Это, наверное, даже повеселее будет, там рандом, все дела. Давай зайдем, так сделаем, пацаны ждут. Ты только скажи это, как геймнейм. Геймнейм, ГГ, два восклицательных знака. Заходи. Так, all, go, 2 vs 2, vs 2, vs 2. Так, я почему-то не могу зайти. ГГ, два восклицательных знака. Kick some... Someone plaza. Да, там просто... Сейчас освободится. Давай, прыгай. Ничего. Сейчас снова будет слот. Там... Хорошая конкуренция. ГГ, два восклицательных знака. Да-да-да, заходи сейчас. Есть слот. А, нету! Ай. Фу, блин. Еще, давай. Есть контакт, есть контакт, есть контакт. Короче, сейчас ставь шестую тиму. Угу. Давай. Там первая есть, шестая есть, третья есть. В шестой, правда, три человека. Четвертая есть, пятая. Рекординг поставил клан один. Ноу. Рекординг. Тим. Какой там? Тим. Так, 1-1. 6-6. 3-3. 4-4. 5-12. А, 12-12. Все, вроде ровно, да? 10-10. Последняя проверка. Все ок. Угу. Так, а я орк. А, рандом, ладно. Все рандом и случайные герои еще. Оль. Майкер, ты хотел услышать голос моей девушки? Так, сейчас я колонки погромче, да? Оля? Без видео здесь, она застеснялась, это, без видео. Скажи привет Михаилу. Привет. Опа, здравствуйте, добрый вечер. Это моя девушка. Какая прелесть. Очень здорово. Они словом Михаил, это Майкер, который мой брат от него-то. Я сейчас ей быстро объясню, кто ты такой. Он сделал сайт Good Game, он мой кореш, мы с ним часто виделись. Ну, они словом, мы теперь команда 2 на 2. Да. И он стримит все, он комментирует, супер-мега человек. Ну, спасибо тебе большое за такое представление. Ну, все, и мы играем. Она, моя девушка, уже медленно начинает разбираться в Варкрафте. Не спеша, да. Ой, весь чат, я, кажется, улыбался. Милота, ой, белочки, милота. Белочки сердечки, да. Посылают. А, нет, это бобры, наверное. Ну, кто-то пеку ставит, кто-то белочку. Кто-то вообще Элена из Эксчома. Ну. Сейчас объясню, кто он такой. Он был рядом со мной, рядом в подвале, нет? Да. Рядом в подвале был со мной, к сожалению. Пипс. Меня не было, когда Сокол фармить пошел. Да, она даже знает про эту историю. В самоволку пошел. Про подвал она все знает. Так, кто-то у нас там... О, началось, да. Смотри, какая ситуация между нами. Есть один противник. Да, и, скорее всего, надо в первую очередь взяться за него. Но это добавит вообще аркады. В игру. А, и мне эльфы еще выпали. Такая халява. А ты смотри, кто мне выпал. Вспомни в детство. Зак-зак. Зак-зак. Ты видел новый Warcraft? Зак-зак. В смысле, на движке StarCraft 2? Или фильм ты имеешь в виду? Фильм новый Warcraft. Ну, фильм-то тебе должен был понравиться. Ты вообще Майкер. Я там единственный человек, кто в кинотеатре слезу пустил и начал истерически хлопать в ладоши.
Да. Нет, фильм мне понравился, честно. Нормально. Мне тоже вполне. И для, для фанатов-то понятно, для людей сторонних тоже, на самом деле, историю так постепенно рассказать. Так, Майкер, куда? Что будем делать? Ты говори. А, смотри, Акучу вот эту точку попробуй, но желательно сразу на эту. Если тебе там выпадет герой, типа... Ну, короче... Ой, я не могу блейда взять. Не можешь, да, вот это, в этом, конечно, проблема. Ну, короче, он, скорее всего, побежит вот сюда вот. Ага. Прикинь, вот. Сейчас мне блейд попадется, я тогда скажу, во, поперло, во, поперло. Тут блейда можно плюс 15 когти закупать, он криты под 400, под 500 к концу игры выдает. Потмув три удара, так чик-чик-чик, разделывает. Ну хотя бы МК бы дали, ты Урена. А тебе Фаерлорда, да? Я в курсе то, что ты очень любишь Фаерлордом играть в FFA. Всегда как не включу, у тебя Фаерлорд. Да, Бладмейдж еще хорошо заходит. Оба никчемные. Тут может быть еще два Блейда. Да. Два Блейда и СХ, например. Я готова. Не проблема. У меня слюнка потекла. Так, давай-ка я проверю сразу, что это за товарищ. Может, он вообще не опасный. Фаерлорд, блин, типун тебе на язык. Накаркал, скотина. Блин, мне же сейчас не мучиться, господи. Вероятность 1-20 с лишним. Капец, сокол. Ну за что, у тебя блейд, что ли? А, у тебя козел, ну ладно. Так, а кто у нас тут? Тут у нас Крео. Аккуратненько. Да, я пошел. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Ну блин, это конечно подстава. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Священная роща осквернена. Так. Жду приказа. Укажите мне путь. Что ж делать-то? Жду, ну ты приказа. Крепишься, да? Да, молодец, хорошо. Это ты правильно. Наши воины вступили в бой. Укажите. Он там вышку одну делает, но одна вышка, она особо нас не остановит. В общем, крипся, и по готовности идем его убивать. Ну скажешь, когда нага у меня, этот, у тебя фаерлорд, у меня кипер, вообще ништяк команда. Ну, я предлагаю вот уже через 10 секунд у него встретиться на базе. Жду приказа. Сейчас у меня куплю лечение там. Давай, сейчас, покупай. Я все готов. Я готова. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Я готова. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Постройте лунный колодец. Мой лук всегда. Ну я первым зайду, потому что у меня иллюзия есть. О, Фаерлорд, иллюзия, вообще ништяк. Так, ну чё, я готов. Заходим. Укажите мне путь. Ваш ход. На башенку. Жду приказа. Да, на башенку. Я готова. Ваш ход. Ну ему так, сложно, конечно. Скажешь, что там делать? Работаем. Ой, я делаю ауру сейчас вообще против Гриша, ништячно. Жду приказа. Хорошо. Ходор! Ходор! Держись, сокол. Кто? Ходор, говорю. А, ты... Ходор! А у вас там по-другому, что ли? Не знаю, я Ходором называю. Слишком просто. Слушай, мы... Нас предали, что ли? Нормально. Ну тяжело идет как-то. Жду приказа. Ой, сзади кто-то идет. Сзади это хелпер его. Жду приказа. А, у него. Дефенс, дефенс. Я готова. Жду приказа. У меня есть это. Еще ловить. Жду приказа. Хрен от них. Добиваем. А что ты мне не замажешь? Фаерлорд тебе не мил? Не проблема. Да. Мажу я тебя. Ваш ход. Просто так. Я думаю, понравится тебе, как я тебя замажу, еще захочешь. Это да. Я готова. Можно подкаечивать на самом деле. Жду приказа. Укажите мне путь. Пусть он бегает. Мой лук всегда со мной. Если хочешь, можно нагу, типа это. Да потихонечку долбим ее. Слишком просто. Ваш ход. Укажите мне путь. Давай базу его, не проблема. Я пойду на базу. Окей. Выберите другое место. Недостаточно золота. Жду приказа. Ни слова больше. Вижу цель. Я ему там хелпует. Да. Жду приказа. Укажите мне мой лук всегда со мной. Укажите мне приказа. Укажите мне жду приказа. Не проблема.
Покажите мне путь. Мой лук всегда со мной. О, я же могу. Мой лук всегда похайдиться. Но он уже сдается, ГГ. А, это не он. А, это егошний напарник. Они вдвоем, по-моему. А мы против них же только что же играли, нет? 2 на 2. Нет. Покажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Значит, глюк. Ну, в игре есть товарищи, которые... Так, потом разбегаемся, ты, соответственно, сюда и сюда. Я воль. Ой, боже мой, что-то Майкер нам это... Прёт с героями. У тебя второй Фейерлорд? Нет. А, Бладмейдж. Блин, беда. Твой любимый. Сочувствую, сочувствую. А чё у него делать это? Да, наверное, всё-таки пока Флеймстрайк. Или ману воровать. Ну, ты всё равно прокачаешься, я думаю. Укажите мне путь. До того момента, когда... Так я сразу две базы поставлю, если ты не против. Да-да. Ставь, как никогда не ставил. Мой лук всегда со мной. Окей, окей. Ваш ход. Жду приказ. Древо вырыть. Укажите мне путь. Хорошо. Окей. А у тебя какой второй? Мой лук всегда. А он еще... У меня поздно играет, короче. Жду приказ. Укажите мне путь. Стреляю. Он выйдет через 20 секунд только. А этот еще не пришел, да? Да, он часть рабочих и героя же спас, поэтому... То есть он может вернуться? Он вполне возможно своего тиммейта просто пытается отстроиться. Так что ему бы фермы, как будет пауза... Ну, сейчас не нужно этого делать. Так, давай вот... Да, ты можешь туда, там не закреплено, я пока ближе к центру пойду. Второй герой у меня жук. Хорошо. О, это нормально. Да. Я бы сказал. Вижу цель. Наши воины вступили в бой. Мой лук всегда со мной. Жук неплох. Мне нет ваш ход. Я служу ледяному трону. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Хорошо. Мне кажется, в центре... Да, в центре уже вовсю крепится. Хотя... Мой лук всегда со мной. А, Крио заканчивает. Газон! Это знакомый. Газон? Да, ты же его еще застать должен был. Да-да, я говорю, что-то знакомое. Наши воины вступили в бой. Выберите другое место. Укажите мне... Это подозрительная личность или знакомая личность? Нет, это просто знакомый. Ну, по-моему, он стримил тоже такой парень. Он в Санкт-Петербурге играл в Warcraft, соответственно. На турнирах принимал участие когда-то. Вэй, смотри там. Готово. Давай я туда тоже спущусь. Оба, газончик. Ни слова больше. Газончик уже не тот, что раньше, конечно. Жду приказа. Готово. Я иду к тебе. Угу. Да, давай, подтягивайся потихоньку. Я служу ледяному трону. Ой, тут уже все закрепили. Все? А вот это? А, вот еще одна точка есть. Давай ко мне. Тебе иду. Готов. Ой, красивая точка. Да. Что-то очень нравится. Мой лук всегда со мной. Готово. Сейчас, погоди, укажите Арчей надо дождаться. Ай! Фиксанули-то. Поехали. Понеслось. Так, и надо Шреддер же еще приобрести. Шреддер прям очень нужен, но его уже взяли. Ого, они нормально мочат. Да-да-да, это жёстенькая точка. Прям жёстенькая. Жёстко. Когти плюс 15, бери там. Лейта не хватает. Да, это да. Жду приказ. Амулет защиты, о, козлу, козлу. Не-не-не-не, козлу. Транквилла, все дела, зачем мне? А, ну да, банду давай я. Ой, у тебя это, капец. Да.
Я телепортируюсь, сори. Давай. Арчи биты еще. Я тоже побежал. Со мной. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Так. Ой, мне три дно героя попалось. Что, кто третий-то? Фарзир. Фарс... Икс-Мюллер поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Ну я взял Chain Lightning первый. Когда начинать? Тут вообще Фарсайт в перспективе решает. Да, кстати. Ну я Фарсайт и Chain. Получается. Угу. Даже арбу толку нету брать. Да. Именно так. Передавать. Тем более. Жду приказа. Ту-ту-ту-ту-ду. Можем вот сюда сходить. Сейчас я вот здесь это сделаю. Нычку себе еще одну. Рядом с газоном, да? Ну. Ваш ход. Тут не закреплено, кстати, хорошо. Ты справишься один или тебе нужно? Не-не-не, это лучше... Тут дракона нечем убивать. А. Буди его мне, зверя. Tom of Experience, ништяк. Исследование завершено. Так, у меня третий герой. Питлорд. Ёпарыс это, ну ладно. Убого, убого. Просто убого. Так, ну все, я почти у тебя. Ого, там в натуре дракон. Да. А что приказа? Нам прет с героями. Мой лук всегда со мной. Укажите мне путь. Всеми, кто может стрелять по дракону, стреляй, пожалуйста, по дракону. А, у тебя же сетка. Все, вопрос закрыт. Ни слова больше. Нифига себе, не приют. Так, Tom of Experience я жуком беру, он пополезнее будет, чем все остальное. Книгу знаний бери ее пятым. Tom of Experience. Это книга знаний осталась. Бери ее там с хай-левельным героем каким-нибудь. Ну, козлом, козлом, короче. Бери козлом. Слишком просто. Так, Майкер, а что мне вообще строить? Вообще у тебя должно быть несколько бестиариев для баток. Кастеры должны быть обязательно. Кастеры, ну, ласт, ну, в первую очередь, конечно, хил, все-таки, этим. А вот эту нычку мы... А, это не нычка. Это не нычка, мы можем, кстати, вот здесь вот попробовать забрать. Давай. А, я пойду четвертую, наверное, базу поставлю по центру. Надо. У тебя арчерки что-то побежали, помимо этого. Я, можно у тебя вылечусь на этих Монвеллах? Да-да-да, юзаем. Ты грейд делай Монвеллом? Да, после пары базовых грейдов. Тебе золото дать, у меня куча. Не-не-не-не-не, ты его лучше трать. Мой лук всегда со мной. Лучше его трать. Продакшн делай. Может быть. Я воль. Тут танки в центре. От валика. Мой лук всегда со мной. У меня нет. Их мало. Исследование... Да, он странный какой-то. А, он вместе с SX Paradise. Готов. Ну давай, сейчас я подойду. Мой лук всегда со мной. Да, окей. Там тебя сзади, давай это. Да нормально все, нормально все. Я жук твой убежал. Жук правильно убежал. Готово. Он шопиться пошел. Мой лук всегда. Да не. А, ты ловишь. Ну вообще превосходно. Ну все, он ты. Превосходно. Тут большой амуль есть. Я, наверное, тоже жуку возьму. То ему мана нужна. Иди ко мне посиди здесь. Майкл, здесь вообще конец света, блин. Где что? Ну, у нас. Молния жахает только мой так. Да? Моя девушка аж испугалась. Недостаточно золота. Ауру беру паладиновскую. Давай так, куда-нибудь, не знаю, вот сюда, вот сюда, вот. То есть мы что-то далеко с тобой ушли. Здесь а здесь. О, давай. Крипы, нифига себе. О, блин, там. И сверху даже. Я слышал, крепятся, пацаны. Жду приказа. Покажите мне путь. Я слышу. Ой, у тебя там нормально все? Да, там ваш просто ход? Подкрепа идет. Мой лук всегда со мной. Просто подкрепа, ничего страшного. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. У тебя все нормально, я там жду уже приказа. Одного открыл. Отлично, я от арчей должен. Так, я отведу моего козла. Я всех отведу, кроме жука.
Что там? Чаша выносливости. О, шикардос. Шикардос. Опа, давай-ка SX Paradise. Что, телепортироваться? Ну, отбей его. Если нужна будет помощь, я могу тоже телепортироваться. А вдруг там замануха? А вот если замануха, я тут же прилечу. Окей, я сделал. Жду приказа. Лайта Моркенна. Видишь, нет заманухи. И я предлагаю тогда на него с газоном тогда пойти направо по часовой стрелке, соответственно. Сейчас я ТП быстро возьму. Давай. Исследование завершено. Так, кого мне строить? Блин. Кастеры батки, в первую очередь. Ну, одного таурена с поливерайзом можно, но не обязательно. Главное, кастеры и батки. Надо уже убивать людей, нам экспа нужно. Да. Не проблема. Так, у тебя все пучком. Да. Ну все, я вот здесь, давай. Мочу. Угу. Я почти уже у тебя. Слишком некуда плакать. У меня лечение есть, все. О, видишь, у них воздух есть. Ваш ход. Да. Боишься? Химера. Я готов. Ну, это под клеем, под клеем. Все, справились. Кажись. Стреляй. Жду приказ. Там еще воздух есть, который убивать надо? Да нет, забей. Что я уже сделал? Твой фаерлорд там что-то бешеный какой-то. Да, он у него война. Серьезно. Рейдлорд. Так, один валит. У второго, к сожалению, нет такой опции, видимо. Внизу тинкер там вообще без ничего. Ваш ход готов. Хорошо. Наши воины вступили в бой. Так, я, наверное... Замани их туда, в эту. Куда? А, ты здесь? Я экспанд лучше. Лучше экспанд, а потом вернусь к тебе. Я здесь. Когда начинать? Жду приказа. Ну, поехали. Наше исследование завершено. Меня начинать. Будить. Готов. У нас мало времени. О, телепортируется на помощь своему. Жду приказа. Слишком просто. Меры. О, там нежданчик. Сейчас все будет, гипсы есть. Хауль сделаем. Импейл сделаем. Рэк сделаем. Покажите мне путь. И все. И экспы-то сколько, да? Ну и понеслось. Наши воины вступили в бой. А я сверху вообще нормально встал. Лечу. Газон ливает. А, ну хотя, видишь, осталась типа его база. Потому что его напарник остался. И он его доконтраливает. Жду приказа. Там тоже кому-то нет. Ваш ход. Так, ну, я думаю... У тебя дерево есть, Михаил? Дерево есть. Спасибо большое. Еще Шреддера надо бы взять. Но его там постоянно перекупают. Кого? Шреддера. А, да.
У тебя здесь пустая, это так должно быть? Нет. Спасибо. Давай сюда дальше, на второго. Ну давай. Чё тут ты убиваешь? Да, лимит занимают. Едят много. Ну да, это как в Германии с этими. А, я промолчу. Тут Арлекин героя восстанавливает, но это ж не его тиммейт. Видимо, они тоже как неудачно появились. Я служу ледяному трону. Так, жук пятый уже. ГГ пишет Арлекин. Там внизу можно его героя убить ради экспы, но это... Исследование завершено. Так, у меня же форсайт есть. Во! Вот здесь нычка стоит. Дерзкий, кто там? Щавель? Дерзкий. Щавель, да. Ой, люблю я Щавель. Вещь хорошая. У меня нет времени. Так, надо бы еще сбегать, закупить это, девайсы всякие, проверять надо периодически. Да, давай пойдем. О, по центру Крео там отстраивает, занимает точки. Можно еще вот Арлекина здесь убить. Да, вообще, блин. Припух. Ой, там корона королей, там, короче. Можно здесь драконов мочкануть быстро, конечно. Я могу оставить себе подкрепу на мочкование драконов. Контроль, в общем. Сам затарю здесь. Когти плюс 15. Ёшки-матрёшки. Я слышал зов. Наши воины вступили в бой. У меня нет времени. Говори. Справился? Круто. Так, можешь забирать подкрепу. Выбирай сумму. А что, они девайс не кидают? Или я просто... А, там две книги, скорее всего, было. Да, в том... две книги было. Это норма. Так, Арлекина-то не добили, оказывается. Его тиммейт... А, нет, неважно. Давай тогда убивать дальше по часовой стрелке. Давай. Я там нычка опять. Это дерзкий щавель очень. Да, дерзкий. Да. Причем у него много баз. Арлекина. Так, Эндорфин в чате спрашивает по поводу Bloodborne, он ориентировочно завтра будет, и это последняя часть трансляции, там осталось 2-3 босса максимум. Так, Химера зря тут сплэшит. Больше себе вреда принес. Исследование завершено. Дерзкий Щавель пишет ГГ, да ладно. ГГ. Че не написать-то? Да, написал мне Майкер. А, ну, ой. А он там так. Что-то строит в бараке еще при этом. А он вышел вообще? Нет. Он написал ГГ и продолжил развиваться. Вообще сильная пара, смотри, коричневый и зеленый, судя по всему. Они там две центральные базы заняли. А, не, он ливнул. Так, ну давай дальше. Не останавливаемся на достигнутом. Но... И ливнул его, как, соответственно, тиммейт сверху. Очень много баз. Так, тут Айреникус. Ну что, мочим или как? Ну да, конечно. Мы же не знаем, что там у него. Давай посмотрим. Если ТП, принимаем. Есть МПЛ. Все есть. У него воздуха будет много. Готовься взрываться в этих, в гипсах. Окей. Реально много. Если он вообще придет. Придет. Это же мейн. Ему хочется. Не, он спасает веспов. Ах, смотри какой. Причем в центр идет. Так, я думаю, я иду на 100 суплаев.
Хорошо, я тогда или поддержу не тебя. Не, почему? Там наверняка у тебя тоже 5 косарей где-то и... У меня 6 косарей. Угу. Готово. И правда этого нету, как вы называете. Готово. Чего? Дерево. Дерево опять нет? Ну как так, ну соколик, ну? Да я вообще не знаю, клан... Позор клана гнилозубых. Так, а у него союзник Валик. Так, рядом со мной реинфорсмент, он отстраивается как-то, пробует. Ну а чё он? По красоте! Ой, там танков у Валика! Ой, Валик. Ой, смотри, меня атакуют. Я что его это? Один приму, наверное. Да, я давай дальше лучше. Я лучше к Валику. Но будь готов к танкам. Их реально много. Так, телепортируется Валик. Воу. А, он с SX Paradise играет. Так, ладно, чуть-чуть посражаюсь, чуть-чуть. Ну, я к этим, к танкам сделаю... Как называют? Я... Ну, масс этих, у меня райдеры будут. Райдеры? Они долго не живут, но можешь. Против танков, нет? Нет, ну там таурины обычно с поливерайзом, но можешь, а, да. У меня есть таурины тоже. Очень хорошо, вообще круто. Как наши воины вступили в бой. И арбу я купил, все. Есть арба. Твоя арба. Ну да, моя, это получше будет. Так, я телепортируюсь, убиваю Рейникуса базу и все валим. Не убивай, я у него базу. Так, у него баз. Там масса этих, как называется. Что говоришь? Трифоны у него. Наши воины. Да, там хороший микс. У меня этот форсайт полкарты открывает. Лич, панда. Да, хороший герой. Так, давай думать, что делать. Не, надо файт сделать вот с ним, наверное, в середине. Потом быстро reinforcement сделать, нет? Исследование. У нас тут Крео еще под боком, который явно... Ну давай в его запрем. Всех сагрим, в общем. Реальная стратегия ФФА. Что у него там? Ну, фигня у него там. Вышки, конечно, бы... Аккуратнее там с батками. Да, что-то. Аккуратней с батками, говорю. Туплю, извини. Я служу ледяному трону. Оба, сзади. Воу-воу, полегче, кто там? Несчастный алхимик? Так, у тебя все нормально? Да. В принципе, неплохо. Ой, спасибо. Твой фаерлорд. Все нормально, он колдует. А можешь хилочку поставить поближе? Да. Ага. Так, все, вот он ливнул уже, видишь, как хорошо. Золотой рудник обрушился. Уже хорошо. Давай назад. Назад? А, или подожди, подожди, там герой восстанавливается. Там же его тиммейт остался. Ты там в центре нычку поставил, кто-то прибежал, рабочего убил единственного. И Айрейнику смотри, что творит. С архмагом-то шестым бегает. Все еще живой. Икспу собирает. Да. Так, мы пошли на следующего. Давай. О, здесь куча танков. Здрасте. Ну, сейчас посражаемся. Где у меня там хауль там? Главное там варды, ставь. Стан. Главным образом. А, да, я все ставлю подряд. Молодец. Таурен минус. Да, архмаг минус. Он как не контролит.
сожалению. Готов, готов. А что, Bloodlust ты не уважаешь? Готов. Ну просто это решил дать шанс противнику. Ясно. Так, ладно, давай дальше. Не останавливаемся на достигнутом. О, смотри, кто рядышком. Крео решил свою базу. Смотри здесь. Хорошо. Ну, давай сначала эту базу из SX Paradise убьем. Окей. Потом уже... А в центре, опять же, Айреникус. Вот не добили мы его. Гарит сейчас по-маленькому. Я готов. Ну, я тоже. Давай сначала... Я думал, сначала ты этот. Ну, ладно. Воу-воу-воу, кто посмел? Эй, Майкер! Да? Чё такое? Готово. Чуть-чуть мне надо переформироваться. Смотри, смотри сам. Мы как-то стоим очень прохладно. Да, хорошо все. Да? Да, жук впереди, этот подошел тоже. Все нормально, он там тоже толпится, так что не переживай. Смотри, сейчас импейлы будут. Ай-яй-яй. Импейлы, раз тебе. Видишь, минус панда. И этот сейчас в ТП уходит. Все нормально. А, он вниз телепортируется, алярм. Эй, алярм, у меня на базе алярм. Че там, танки? А, опять он. Я быстро алярм сделаю. Давай, я здесь справлюсь. Эй, блин, у него архимаг, я не успел его взять за одно место. Так, Майкер, как там? Что случилось с ним? Нычки заканчиваются. Ну, надо к центральным поближе переходить. Блин, Крео... футменами со своими. Посмотрите, какой казармы. Я туда пройду. Так, где у нас Думгард? Отлично. Так, окей. Значит, SX Paradise потихонечку месим. У него, правда, по центру еще одна. Одна база. Да, вот такие вот они. Уже пути. Ну я пошел уже наверх его ловить. О, у меня где-то точка сбора, видимо, кривая. Ты не видел армию там случайно нигде у меня? Так, рекудинг еще минуснулся. А кто остался-то вообще? Какой-то куман, который везде ТП делает. Это Айреникус. Готов, готов. Он умеет. Ну, по сути, Валик и SX Paradise, они самые такие тут перспективные. А база действительно заканчивается. Делает нормальный ТП. Наши воины вступили. Не позволяет, да, себя прикапывать? Ну. Ты где? У тебя все нормально? Смотри, здесь поставили они уже. Угу. Да, ну он на подкрепе сейчас подходит как раз сюда. Вижу.
Если что, это форсайт у меня есть, так что. Это очень круто. Карту открывай. Тут их двое. Тогда не дерите это. Я понимаю, но хочется. Ой, я бы так с удовольствием. Я бы теперь лечу, но я не успею. Один телепортируется. Панда минус. Я справился. Да есть же. Но ману надо восстанавливать. Здесь у него нычка. Да, надо вот, вот по таким темам золотой послать подружился. Юнитов. Так, мне же грейда еще не отдавить. У тебя там батка на моей базе висит. Ну, можешь ее взять. Готово, готово. 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 Ту-ту-ду-ту-ду. Так, ладно, я пойду лучше. Ману восполню. Ты там харасишь, да? SX Paradise, кстати, стоит фаерлордом, смотри. Ну, палец уже. Ну, сейчас. Возьму за одно место. Фаерлорда много жизни, как-никак. Во славу Неру. Да, боишься? Да ломайте плазы. Исследование завершено. Хорошо, сейчас доломаем. Ну, с деньгами у тебя проблем нет, получается. Не, у меня все сейчас есть. Я предел. Это замечательно. Закупи пару корон. Кстати, да, можно. Можно было бы закупить пару корон. Так, а наверху у тебя опять Айреникус, да? Ай, боже мой, мне задолбал уже. Где его база? Ну, он розовенький, он поставил базу по всей вообще карте. Раз, два, три, четыре, пять баз у него справа. Это не... это вот этот? Да, это вот, вот тот. Прикинь. Наглец. На город наших союзников напали враги. Ну да, а главной базы у него нету? Я не знаю, главную, кажется, мы у него убивали. Блин, реинфорсмент еще продает мне тут. Химер. А ты валика, да, месишь? Молодец. В центре Айреникус. Смотри, сколько он баз. У него 6 баз где-то сейчас. 6 баз у человека, которого практически убили в свое время. Пошли, пожалуйста, баток на... Ну, так вот, продолжай, короче, летать. Я могу тебя даже сейчас, я здесь отбить, если надо. Нужно. Еее, хорош. Минус ТП, извиняй. Дредлорда! Дредлорда! Ай, ну. Ну ладно, тогда пойду на базу и вошли. Да, батками просто пролететь и поубивать. Здесь тоже опять, блин. Бесконечно. Ладно, я из лимита выхожу. Нет, тоже. Подождем, пока он приготовится. И... Да, правильно, правильно. Нечего. Надо полный счет выставлять ему. Ну я баток у него прошлю, как ты сказал. Ну,
в общем-то, мы здесь уже выиграли. Судя по всему, нет нормального лимита ни у кого. Поэтому надо просто блин, довести. Тут рабочие бедолаги бегают. Не знают, где добывать уже. Ага, reinforcement. Валик там уже своего парадайза добивает. Ферму. Которую не добили. Видимо, он ему печатает. Типа, убей ферму, я хочу апсом побыть. Тут же только так можно игру досмотреть до конца. Че такое? Так, ну, вроде и Валик и SX Paradise уже... Нет у них баз. Я к тому же самому Реникусу, только с другой стороны подхожу. Да все. Сбрили. Ну видишь, тебе орки попались, мне эльфы, это какая-то халява. Да. Дважды самая слабая раз. Ну все, отлично. Смотри сюда. Вообще припух. Да есть. Я служу ледяному трону. Говори. Так, эти двое. А вот Ареникус отстраивает воздух. Наши воины вступили в бой. В центре сейчас продают, блин, химер. На город наших союзников напали. Реинфорсмент. Ну ты андеда, да, получается, там валишь пока? Да, я все подряд валю. Окей. Ауреликус, или как его я поймал? Это хорошо. И все? И добил его все? А, нет, он ушел. Пол героев я у него жахнул, но он куда-то телепортировался лохим магом. Опять герои бегают. У меня сейчас 8 supply стабильно. Так, Ареникус пытается там, ну, в общем, убиваем, добиваем эти базы. Там осталась вообще фигня какая-то. Не знаю, почему они не выходят. Мне сдается еще. Что... Вот с форсиром как удобно. Ничего не спрячешь. Светишь третьим форсайтом. Четверть карты открываешь. Никаких проблем. А у тебя там что в центре? Да, бегают одинокие герои какие-то. Mm-hmm. Я даже сам не знаю, что это. О, я красиво замочил Дредлорда, он убегал от меня, а я перед ним там на километр кинул флеймстрайк. Mm-hmm. И он туда набежал. Так, ну а Реникуса... Только Архимаг. Да. И нет добывающих баз. Он сверху пробует поставить. Но все тлен. Там наверху Инфинити, смотри, орк отстроился. О, привет. Бетки мои встретились с тобой. Бегай, пишет, реинфорсмент валит. Всё, он молодец. Тиммейт... А, он как раз был... Управлял своим тиммейтом. Реникус улыбается. Гагай, ей. Да езжу. Ну, видишь, нам... С расами, во-первых, повезло.
Да. А так-то пацаны здесь непростые. Еще разок есть у тебя время сыграть? Может, 2-2. А тебе меньше... Не, мне параллельно, можно и так, и так. Давай так лучше. Давай фуфашечка. Мы сегодня фуфашечку анонсировали просто на стриме, поэтому... Сейчас создадут, пацаны. Ой. Эй, Майкер, как я тебе соскучился. Да, знаешь, за работой как-то забываешь уже знакомства, друзей старых. Ну... Ну, так, хоп, раз в год созвон. И вспоминаешь Германию, ВЦГ, Граби, тебя, да, клёво. Аж слеза падает, как я вспомню, блин, детство, боже мой. Да. А теперь на тебя парень 19-летний смотрит, не веря, что ты в компьютерные игры играл. И думает, да. что ты его вообще никогда не поймешь. Ну я он теперь мой кумир, ты что, на работе? Да. Каждый день спрашивает, ну что, ты наконец-то сыграл в Warcraft, ты же так хотел. Я ему, когда недавно, в понедельник я стримил, или в воскресенье, я ему сказал, да, я сыграл. Он, ну как? Ну, я сказал, конечно, что всех зубрил, как со мной в Кубаске. Хоть и получил, блин, прикидываешь, я играть начал, мне дали Happy, Япса, я вообще там такой, чё за хрень, чувак? И чего, и ты, кого удалось победить? Не, из этих двух никого, но я там некоторых, это Starshaped, по-моему, мочил. Некоторых мочил, но прикидываешь, я еще нифига не тренировался, и мне дают сразу такие, которые мочат всех как сынов. Заходи, тот же самый геймнейм, тебе карта понравится. Окей, friends. Эй, закрыто. Да. Slot for Sokol PLZ. Тут причем все, как бы... Ой, мудрость кикнули. Заходи, Уэлла, вот. Так, 2 vs 2 vs 2 vs 2. Арена стенд? 12 человек. Добро пожаловать. Ни одного крипа нет на карте. Ну тут, конечно, будет вообще... Главное, чтобы с респами была не жесть, чтобы мы не в противоположных углах были. Но если далеко, то ты просто держись. Это как хорошего настроения, там, держитесь. Денег нет, но вы держитесь там. Да. Так, 10, 8, 6, 1, 4, 5 единица. Сек. Клан... А, нет. Гоу, все. ГЛХФ, 5 тоже есть. Союзники рядом же. Да? А прикидываешь, ты сам вверху слева, а я сам вверху справа, снизу справа. Да. Мы вряд ли когда-нибудь пересечемся. Больше противников, которые вокруг меня, которых я могу убить. А, города союзников рядом поставили. Это очень хорошо, кстати. Тогда будем смотреть. Вообще идеально было бы, если бы мы с тобой еще там по центру оказались. Не на островах, а вот в центральной части. Там как раз два человека помещаются. Да ездишь, халява, я снова эльф, и нам с респами повезло. Рядом с нами нет врагов. И крипов нет. Так что надо будет просто брать. И так, вот идти или сюда, так. Или сюда, смотри, строится. Надо. Строится. Ой, Айрленикус или как его там? Да, Айрленикус. Ой, здесь же рандомные герои, да? Угу. Я в финдов пошел, боже мой. Я кто же знал, да? Не, на самом деле финды, как обсидианки, появляются нормально. Но вот если он... Блин, да ладно. Говори я тогда. Это запорно. Что, все ливанули, что ли? Да, сейчас все ливнут. Поверь, все ливнут. Тут... Я первое место был. Только разыгрался, построил там через эти финдов, решил пойти. Не поперло. О, заходи, есть игра. О, уже нет слотов, извини. Почему я так, как бешеная птичка, блин? Клювиком так, так. Да. Так, есть что там место? Да, есть, появляется периодически. Ты просто не отчаивайся. Есть. О! Контакт. А. Какой ты номер, 10? 10. Вали говорит, да ну лол, почему я? Так ты же был в прошлой игре. Справедливо все.
Так, что у нас по команду? 12-12, 3-3, 1-1, 9, 5. Есть вторая? 5 есть вторая. Да. GLHF, go. Ну что, работаем? Мне это уже так не подфартит. Третий раз. Я бы с удовольствием андедами сыграл. А, рандомные же герои, мне параллельно играть. Там не угадаешь вообще. Попадаешься за андеды, тебе дают паладина, а потом еще двух андедовских героев. Просто это... О, эльфы третий раз. What? Все куплено, я считаю. Так, ну мы с тобой на острове против пары. Смотри, которая справа находится. Че, и... застраиваем? А ты кто? А, да. Давай-ка сразу я оф пошел ставить сейчас. Профилактический. Сделаю разведочку, соответственно, сейчас. А ты пока не стартуй. Ну, так, спокойненько держись. Как будто ну, ты... Ну, я стандарт. Да. Я выберу пока жертву. Дальше уж посмотрим. Магаста, верно. Да. Так, снизу Андета с Экспередайс. Его, скорее всего, не трогаем. Верхнего будем бить. А верхний эльф, Арлекин. Я сразу... Да-да-да, сразу строю. А что у него тут? У него застройка грамотная. А оф на проходе. Слушай, сорви, пожалуйста, трех этих, трех ментов. Отмени, четырех ментов сорви. Отмени ему барак строящийся. По фасту. Это было бы круто, да. Еще парочку нужно. Да, уже пошли. Молодец. Вот не будет барака, не будет проблем. А его тиммейт, кстати, я его буду диспелить, пару виспов подведу. Он, во-первых, придет поздно, скорее всего, потому что финдов пошел. И все. Придется скелетами за диспелем. Успел, что ли? Ой, да ладно. Ой. Забивай. Беги домой. Паразит она. Беги-беги домой. Аккуратненько там, ламбермильчик. Готово. Шелком. Блин, на одно хп не хватило. Да, бывает. Священная роща осквернена. Так, ну, у меня кипер, кстати. Кипер. Нет покоя в наших лесах. У него форсир. Сейчас быстренько тогда. Веспа сразу же. Я готов. Нет покоя в наших лесах. Давай, гоу. Приказывай. Нет покоя. О, сыха идеален вообще. Слушай, это лучший покой. Вообще герой. На Калимдор. Под такую тему. Природа не знает усталости. Молодец. Там сзади, правда, блин, лич. Ой, к нам, ко мне пришли двое. Нам нужно, наверное, сейчас будет отступить. Я отступаю, сори. Я сейчас к тебе подойду. Пожалуй, ты прав. Роди. Укажите мне путь. Приказывай. Блин, там факта еще. Трындец. Да, хреновенько, ладно. Блин, а? Они раскаиваются в этом. Готов. Священная роща основана. Нет покоя в наших лесах. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Нет покоя в наших лесах. Да, вот это пироги с котятами. Природа не знает усталости. Есть. Козла замочу. Приказывай. Хорошо. Во имя духа. Будем продолжать на правых вообще идти. Там лич где-то был, нет? Мой лук всегда со мной. Лич, да, но лич битый. Давай я к тебе иду. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Нет покоя в наших лесах. Мой лук всегда со мной. Да. Жду приказа. Природа не знает усталости. Немножко. Кто нарушил мой наш лук покой? Всегда со мной. Не проблема. Нет покоя в наших лесах. Приказывай. Природа не знает усталости. Блин. Я готова. Нет покоя в наших лесах. У него там уже нарушил наш покой. Почти. Там Хантерс Холл. Я, наверное, барак выкопаю. И пойду. Укажите мне путь. А они снова пришли. Обхожу. Да, вот так вот и не прозвиваешься. Нет покоя в наших лесах. За Калимдор. Попробую подрезать. Природа не знает усталости. Укажите мне путь. Приказывай.
Нет покоя в наших лесах. Приказывай. Надо было прикапывать. Так, магаз я построю. Ой, да ладно, что это такое у нас тут? За календор. Я вылечился. Как же кипер по это самое? Да лечись, конечно. Пожалуй, ты прав. О, это будет непростая игра, как ты видишь. Да вообще, нет, я еще... Я грейд даже не успел сделать, у меня нету дерева, да, мне подкинешь? Да, соточку могу. Ну, я грейд заказал уже, поэтому... Ага, не-не, понятно. Мой лук всегда со мной. Так, а я же могу в твоем... А, у тебя нет магаза. У меня вообще ничего нет, я бомж. Где опасность? Так, а что делать-то? Нет покоя в наших лесах. Опять налево его пойдем или как? Или будем тупо ждать? Только пойдем налево, будет налево справа. Ну сейчас давай я... Природа не знает. У меня башня уже стоит, я... Смейк там поставил. А, давай магазины дождемся, я реген возьму. Нет покоя в наших лесах. Да и ты тоже возьмешь. Кто нарушил наш покой? Да, веселенькая игрушка. Нет покоя в наших лесах. Ваш ход. Может реально протектор забубенец. Готово. Выберите другое место. Готово. Кто нарушил наш покой? Они сами идут. Ой, нет. Пожалуй, ты прав. Я только реген включил, на меня волк бежит. Я готов. Пойдем? Да, пошли. А, вот, пожалуйста. Сами не выдержали. Природа не знает усталости. Ни слова больше. Бью без промаха. Экспыта много дает. Если поймать. Мой лук всегда со мной. Приказывай. Жду приказа. Да. Вон это лич, это вообще по поличку. Мой лук всегда со мной. Так, с тебя костры, это главное. О, понятно. Нет покоя в наших лесах. Кто нарушил наш покой? Зря я так сделал. Там протектор стоит, я не уверен, что мы... Да, не надо. У меня щиты еще не готовы. Просто вышку убью и все, и уйду. Нет покоя в наших лесах. Отходи, отходи. Чего ты? Наши воины вступили в бой. Приказывай. Хорошо. Так, баллисты. Баллисты. Ваш ход. Ни слова больше. Природа не знает. Мой лук всегда со мной. Где опасность? Мне тоже баллист сделать. Хотя с кастерами. Природа не знает усталости. Сложно сказать, вот что мне делать-то? У меня есть уже щиты. Нет покоя в наших лесах. Можем, конечно... Ничего не дам. Может, сюда быстренько покой. Пойдем с вами? Мой лук всегда со мной. Да мы сагрим тогда их. Не стоит. Там они в любой... Короче, давай все-таки сюда. Хорошо. У меня подозрение, что... Андет ему, в принципе, не помогает. Каким-то причинам, я не знаю, по каким. Вот, и потихонечку поддавливаем, давай. Где опасность? Да, поддавливаем. Слишком просто. Мой лук. У меня щиты. Где опасность? Да, щиты-то щиты, но. Баллисты. Не проблема. Природа не мой знает. Мой лук всегда со мной. Тут трындец. Мой лук. Вот идем. Да, ну я баллисту попытался забрать. Варденка пипец. Варденка злаем. Ну, так, сделать? Я лечение куплю. Нет, я не знаю, что делать. Жду приказа. Да укажите мне путь. Слишком просто. Кто нарушил наш покой? Слушаю. Приказывай. Пожалуй, ты прав. Кто нарушил наш покой? Слушай, я, наверное, тогда в Химер пойду. Раз такая хрень. Кто нарушил наш покой? Что медведи тут не помогут никак. Особо. Где опасность? Приказывай. Т3, геро, три героя, арбы и химерки. Ну, уж там катапульты, протекторы, а что еще тут придумать можно? Ну, я кастеры вовсю сейчас пойду. Нет уже. Покоя в наших лесах. Кастеры, да, помогут. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Андед говорит, чек, не, а чего андед-то? Тут почему-то они попались не вместе. То есть... Да. Слушай, а действительно, андед-то не алё? Где опасность? Мой лук всегда со мной. За Калимдор. Ой, он подкапывается. Природа не знает усталости. Так, надо держаться. Мой лук всегда. Будем потихонечку отстреливаться, ну и под химерницы. Где опасность? Я успею. Жду приказа.
Кто нарушил наш покой? О, Архимаг попался. Природа не знает. Архимаг? Это ж повезло, это круто же. Да будет. У нас 4 интовика. Что говоришь? Ауру делать. Да, 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 сразу ауру. Будем закидывать потихонечку. Архимаг это прям да. Природа не знает усталости. Левый герой. Так, ну что-то надо делать. Там мы особо ничего не можем, да, сделать. Они там не грызут вроде ничего. Там столько этих, блин. Да, тут не сунешься на него, не сунешься. В наших лесах. Можешь потихонечку то три жмякнуть. Стафы, мортиры, картечь на перспективу. Я вот сейчас дерево. Дай мне 200 дерева. Где опасность? Пожалуй, ты прав. Кто нарушил наш покой? Где можно опасность? Потратить ману, там позакидывать кого-нибудь. Арчи, например, убить или героев. Природа не знает усталости. Нет покоя в наших лесах. Фатма рядышком. Кто нарушил наш покой? Природа не знает усталости. Естественно. Давай отступим. Или Варденку, например. Давай Варденку. Давай, подкапывай. Кто нарушил наш покой? Кекса нет у тебя еще что ли? Не, и назад, назад, назад. Мой лук всегда со мной. Я готов. Кто нарушил наш покой? Хотя, блин, опять Патма тут. Не, ладно. Зря я так. Давайте строим, пацаны. Так, арба пошла первая. Спрос на арбы сейчас будет хороший, я думаю. Природа не знает усталости. Сейчас я мартирую. Покажите мне путь. Рассказывай. Мой лук всегда со мной. Собратьев моих. Да. Проси о чем ваш хочешь. Во имя ворона. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Кто нарушил наш покой? Вроде не увидел ничего. Природа не знает усталости. Я готов. О, я могу же сделать грейд на колодце. И должен был давно его сделать. И, наверное, пару колодцев добавлю. Выберите другое место. Чтобы было. Кто нарушил наш покой? Так, третий герой это. Демон Хантер. Демон Хантер. Укажи путь. Где опасность? России. Нет чем покоя хочешь? В наших лесах. Кто нарушил наш покой? Пожалуйста, прав. Исследование нет покоя завершено. В наших лесах. Где опасность? Как у тебя там? Касл. А, воркшоп он уже вижу, да. Классовая борьба идет. Готово. Готово. Кто нарушил наш покой? Надо бы еще покой. Посмотреть, что он там пилит. Да будет так. Тут Undead еще с Экспередай ставит в склеп. Почувствуйте гнев природы. Я его убью. И справа Арлекин. Ой, сделай разведку. Он увидел Химер. Приказывай. Готов. Нет покоя в наших лесах. Приказывай. Природа не знает усталости. Исследование завершено. Так, он будет готов. Приказывай. Надо будет прям вот вместе. Кто нарушил наш покой? А ты не можешь инвизном проверить эльфа все-таки? А, ну вот я внизу. Вон он, видишь, гиппосов делает. Где пытается он? Сделать гиппосов. Кто нарушил наш покой? Хочется мог задиспылить твоего футмена инвизного. Ой-ой-ой! Тут пришел снизу SX Paradise. У меня упал, к сожалению, Дима. Там Таурен гадкий. Ладно. Природа не знает усталости. Да будет. Приказывай. Ну я не того прикапываю. Аккуратнее там. Нет покоя в наших лесах. И Криевыч, давай назад немножко. Я готов. Слушаю. Где опасность? Я согласен. Природа не знает. Рассказывал. Чуть назад. Твоя химера сверху. Где опасность? Уже? Ё-моё, а там гиппогриф еще. Ой, я слопок. Почему-то точка сбора не туда. Ой, спасибо. Вот как внизу-то отбиваться, блин? Неясно. Кто нарушил наш покой? Нет покоя. Так, надо терпеть. Лица. Надо просто терпеть. Жду приказа. Где опасность? Идут. Да будет так.
Пожалуй, ты прав. Нет покоя в наших лесах. Приказывай. Где опасность? О чем хочешь. Трехи мерким. Приказывай. Естественно, мы должны действовать. Сейчас пойду там попробую. Ну там гиппосы. О, они на этих проверяют. Приказывай. Они раскаются в этом. Где опасность? За Калимдор. Очень много. Кто-то не знает усталости. Где опасность? Пожалуй, ты прав. Я поклялся служить Берзу. Да, и вторая где сила опасность? Там снизу. Подтягивается. Приказывай. Их двое. Где опасность? Да будет так. Кто как быть, не ясно. Покой? Нет покоя в наших лесах. Олич. Да вижу. Чалыч. Кто нарушил наш покой? Природа не знает усталости. Да что ж ты... Нет покоя в наших лесах. Приказывай. Клинок жаждет. Нет покоя. Снизу нападает. Назад. Приказывай. Наши воины. Блин. Приказывай. Кто нарушил наш покой? И что делать, неясно. Там лимит такой конский, что... Нет покоя в наших лесах. Природа не знает усталости. Чуть назад отступим. Наш покой. Нет покоя в наших лесах. Твоя воля исполнена. Не знает усталости. Так, я попробую невидимыми пройти. А где катапульты? Твои это шины? Они зашли покой очень хорошо. А, вон вижу, катапульты у них сзади остались. Ой, Диму прозевал. Там Таурен пустой, третий, давай убьем. Там еще Димка. Я Лича бью. Тут еще эти. Гиппогрифы. Димка. Димка ушел, что ли? Димку замочили. Кто нарушил наш покой? Так, ну вроде отковырялись как-то. Я даже не верю в это. Кто нарушил наш покой? Как-то даже не верится. Природа. Что будем делать? Сейчас. Престов нужно, престов. Да, строится. Ты видел, как я спас твой химер? Да, инвиз очень классно зашел. Ой, Блейд. Прикопал. Фэрифайр на нем висит. Ну блин. Черт. Я накосячил сам. Кто нарушил наш покой? Слушай. Так, у меня герои готовы. Предлагаю потихонечку двигаться влево. Мортиры есть один. О, он выкопал из этих. Да, 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 он подходит. Где опасность? Во имя духа. Кто нарушил наш покой? О, смотри, он подошел. Я что-то не увидел, что... Готов. Давай-ка. Я назад, назад, назад. Блин. Твой этот. Да, вижу. То у меня опять там химеры тупят. Давай назад. Ух ты, смотри. Да. Красота-то какая! Ай-яй-яй. Что, это был ТП, что ли, от него? Да. Красиво. Так, ну я продолжаю там этой химеркой долбить несчастный. Внизу он, да? Кто нарушил наш покой? Так, твоя химерка, надо ее вылечить. Не знает усталости. Недостаточно. Ой, там эти подошли. Назад. Блин. Там следующий, господи. Не успели опомниться.
Они подходят за ним. Блейд, Лич. Полный фарш. Нет покоя в наших местах. Где опасность? Не-не-не, не лезь дальше. О чем хочешь? Нет покоя в наших лесах. Ой, там варденка никакая. Не хочешь варденку убить? Да мне бы чем-нибудь ее. Не, нельзя сейчас ни на кого вообще идти. Я бы даже поставил там протектор какой-нибудь. Под это самое, под дефлса немножко бы. Кто нарушил наш покой? Вот так вот. А, уже снизу подходит. Кто нарушил наш покой? Настал. Природа не знает. Подкопать бы кого-нибудь. Да. Да будет так. А тут хорош. Вот хорошо, что у нас рейнджовые герои есть такие клевые. И прикопка, и новый, и архмаг еще тут. Там слева, подожди, инвизный кто-то был. Сейчас, давай словим слева. Лево выше. Вот она. Извиняй. Ну опасно. Два. А у тебя архмага третий левел когда? У меня только второй наступил. Понятно. А третий ауру же делать? Да будет так. Третью ауру, да, конечно. Я пойду с химерками постреляю. Готово. Окей. Нет покоя в наших лесах. Где опасность? Приказывай. Где опасность? Готово. Там снизу подходит опять. Твою ж медь. Я готов. Природа не знает. Ой, там народы-то, а. Нет покоя в наших лесах. Давай, мочи. Ой, там химеры справа. Черт возьми, у меня минус мейн сейчас будет. Я считаю, их много. Считаю, их буквально дофига. Нет покоя в наших лесах. Природа не знает усталости. Ой, лич. У тебя все нормально. Ну, один герой умер. Ой, они пошли со всех сторон. Да, атака, конечно. Она будет фатальная. Ну, видишь как, пацаны-то? Умеют? ГГ. Да, ГГшечка. Ну, предлагаю на этом закончить. И встретиться не через год, а пораньше. Да. У тебя сколько времени свободного сейчас? Ты, у тебя не, ну я сейчас отпуск, уже я за неделю три дня стримил. Нет, я имею в виду, ты как, ты работаешь или у тебя отпуск сейчас? Не, я работаю, но я дом построил, то есть у меня время чуть-чуть прибавилось. Угу. Ну хорошо, давай тогда ориентировочно на послезавтра, понедельник-вторник, вот так вот, вечерком. Ну, вот. Угу. Без проблем, я как только тебя увижу в этом Ну, ты понял я. Да, да. Пиши, звони, приятно было тебя услышать. Спасибо уважаемым зрителям за внимание. Давайте, зрители, пока. Пока, Майкл. Пока-пока.